И хочется впечатлений от игры в целом у игры команды сначала. Ну, сейчас сборная идет, как бы, команда под нагрузками находится. Как бы хотелось красный футбол не показать, не все, конечно, получается. Но мы старались, выиграли. Болельщики, наверное, рады. Сравнить можно этот матч с тем, что был неделю назад? Здесь уже больше продуктивности. Ну, уже более так друг друга понимать начинаем, как команда новая, все знают. И начинаем сыгрываться. И чем больше времени будет, и тем лучше будем друг друга понимать. С собой сегодня доволен? Ну, не на все 100%, конечно. Мог лучше намного сыграть. Буду прибавляться, когда играю, там видно. Ну, два момента шикарных вот здесь вот было. Ну, не реализовал. Она была реализована. Так, будут еще моменты, забью. Вам уже чисто вот физически получше, то есть уже набрали физические кондиции? Ну, набираю потихоньку. Как бы много пропустил. Сейчас через тренировки, через нагрузки терпим. Через не могу, иногда работаем. Ну и к чемпионату подойду, я думаю, 100%.